9 ДТП произошло на дорогах страны за выходные. Один человек погиб, еще 17 получили травмы различной степени тяжести. Данные представила Национальная патрульная инспекция. За субботу и воскресенье 30 автомобилистов оштрафовали за превышение скорости. Еще 8 водителей и вовсе остались без прав, потому что сели за руль пьяными. Другие 50 автомобилистов попались на несоблюдение дорожных знаков. Еще 12 водителей не уступили дорогу пешеходам.